Сегодня наш фильм о церковных праздниках и о Пасхе Христовой, как празднике праздников и торжестве из торжеств. Что такое Сретение, Вознесение, Благовещение, Пятидесятница? Почему на крещение освящают воду, а на преображение – яблоки и виноград? Как вход Господень в Иерусалим стал вербным воскресением, а праздник Пятидесятницы – Днем Святой Троицы? И почему дата празднования Пасхи вычисляется по лунному календарю? Пасха и Пятидесятница – самые ранние христианские праздники, генетически связанные с одноименными иудейскими праздниками, но получившие новое содержание в христианстве. Пасха была воспоминанием об исходе Израиля из Египта, а Пятидесятница – воспоминанием Завета, заключенного между Богом и людьми. В христианской церкви Пасха стала празднованием воскресения Христова, а Пятидесятница – днем сошествия Святого Духа на апостолов. Как и еврейский ее прототип, Пасха сразу стала ночным праздником. Богослужение начиналось в субботу вечером и заканчивалось ранним утром воскресенья, Евхаристией, в которой принимала участие вся община, включая новокрещенных христиан. Крестный ход, который в наши дни совершается в пасхальную ночь, напоминает о том, как на Пасху торжественно входили в храм новые члены церкви. И белые ризы, в которые облачаются священнослужители в Великую Субботу, напоминают о крещальных ризах. Пасха – праздник, который соединяет небо и землю. Не случайно во время пасхального крестного хода поется древний гимн: «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангелы поют на небесах, и нас на земле сподобий чистым сердцем Тебя славить». Умерев на кресте как человек и сойдя в ад как Бог, Христос преодолел власть дьявола и воскрес, чтобы открыть путь к воскресению всему человеческому роду. Воскресение Христово – это победа над смертью. Во время пасхального богослужения открытые двери алтаря символизируют гроб Господень, от входа в который ангел отвалил камень, и напоминают о близости Царствия Божия, врата которого открыты для каждого, кто верует в воскресшего Христа и живет по Его заповедям. Церковь переживает Пасху как событие космического масштаба, имеющее отношение ко всем людям, ко всему мирозданию, ко всей Вселенной. Поэтому дата ее празднования вычисляется особым образом. Поначалу она даже не была одинаковой для всех христианских церквей. В конце II века по этому вопросу разгорелись жаркие споры. Дело чуть не дошло до взаимных отлучений. Только на Первом Вселенском соборе в 325 году христиане пришли к согласию, и решено было отмечать Пасху всем в один день. Этот день должен быть первым воскресением после первого полнолуния, а полнолуние, в свою очередь, первым после весеннего равноденствия. Пятидесятница праздновалась через 50 дней после Пасхи и была завершением пасхального цикла. Основной смысловой центр этого священного торжества – празднование и установление Нового Завета между Богом и Новым Израилем, христианами. Дарование Нового Завета, как и излияние Святого Духа, было предсказано в Ветхом Завете, однако осуществилось оно после воскресения Христова. Пятидесятница, как день сошествия Святого Духа на апостолов, считается днем рождения Церкви. Основанная Христом на земле, Церковь призвана продолжать Его дело, вести людей ко спасению и к вечной жизни. Более того, Церковь, как говорит апостол Павел, есть тело Христово, и все, кто принимает крещение, становятся членами этого тела. Искупительный подвиг Христа простирается на все человечество.
Потому и церковь существует не для избранных, но для всех. Она не только святая и апостольская, она еще и вселенская. Когда на 50-й день после начала исхода Моисей взошел на Синай, Господь дал ему помимо самого закона удивительное, невиданное доселе средство его записи и распространения на весь мир – алфавит. Своим перстом Бог начертал на скрижалях завета первые буквы и сложил из них 10 заповедей. В Египте пользовались иероглифами, которые умели читать далеко не все. Алфавитом же легко овладевает и ребенок. На основе этого Богом данного средства языкового сближения вскоре возникла финикийская и греческая, а потом латинская и вся известная алфавитная письменность, включая кириллицу. Такое же и даже большее чудо произошло в Иерусалиме на 50-й день после воскресения Спасителя. Когда на церковь сошел Святой Дух, апостолы заговорили на разных языках. В новорожденной церкви сразу закончилось тысячелетнее проклятие вавилонского столпотворения. Люди, разделенные по национальному, языковому, расовому признаку, действием Святого Духа начали приводиться в единство. И с первого дня существования церковь осознала свою задачу, как преодоление всяческих разделений, и свою избранность, как призвание служить всем народам, проповедуя им Евангелие и крестя людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. В русской традиции праздник Пятидесятницы получил наименование «Дня Святой Троицы», поскольку Святая Троица в этот день особенно прославляется в богослужении. В течение всего пасхального периода устав предписывает не преклонять колен. В праздник же Пятидесятницы верующие вновь становятся на колени, воздавая поклонение всем лицам Святой Троицы. Единый имея бессмертие во свете живы и неприступном, сотворивый небо и землю и море... По евангельским меркам мы немощны. Мы не соответствуем нравственному и духовному идеалу, который начертан для нас Господом. По-человечески мы не способны воплотить в жизнь заповеди Божии. Но с помощью Святого Духа все возможно. Святой Дух превращал пастухов в пророков и рыбаков в апостолов. Поэтому на Троицу многократно повторяется молитва Святому Духу, которая в православной церкви получила исключительное значение. С нее начинается всякое богослужение и всякое молитвенное правило. Самый ранний дошедший до нас полный церковный календарь датируется серединой 4-го столетия. Это календарь Римской Церкви. В нем 24 праздничных даты. Единственный господский праздник – 25 декабря, Рождество. Остальные – дни памяти мучеников, в том числе 29 июня, память апостолов Петра и Павла. Пасха и Пятидесятница не упоминаются, поскольку их празднование не было связано с фиксированными датами. Четвертый век, когда церковь получила свободу после 300-летних гонений, ознаменовался расцветом христианского богослужения и появлением многих новых праздничных дат в церковном календаре. В этом веке начался и обмен праздниками между Востоком и Западом. Рим, например, поделился с Востоком традицией празднования Рождества. До этого на Востоке праздновали только Богоявление, вспоминая в этот день одновременно и рождение Спасителя от Девы, и его крещение в Иордане от Иоанна. На Западе же Рождество стало отдельным праздником уже в III веке. Христос рожден, слава!
Этими словами начал свою рождественскую проповедь святитель Григорий Богослов. И с тех пор на протяжении 16 столетий они звучат в церковном богослужении. Многие религии, исповедующие единобожие, обещают человеку, что он сможет в той или иной мере прикоснуться к Богу, испытать чувство его присутствия и близости. Но ни одна религия, кроме христианства, не позволяет человеку познать Бога как брата, как друга. Через воплощение Сына Божия, по слову преподобного Симеона Нового Богослова, мы становимся сынами Бога Отца и братьями Христа. Бог воплощается, чтобы иметь возможность общаться с нами на равных, чтобы разделить нашу судьбу, прожить нашу жизнь и открыть нам истину о том, что нет непреодолимых препятствий для встречи между человеком и Богом, один на один, лицом к лицу. Встреча эта происходит в нашем сердце. Ради этой встречи Господь родился в вертепе, бежал в Египет, вернулся в Назарет, воспитывался в доме плотника, крестился, ходил по святой земле, проповедуя Царствие Небесное и исцеляя болезни, претерпел страдания и крестную смерть, воскрес из мертвых и вознесся на небо. Все это ради того, чтобы разрушилась преграда между человеком и Богом, воздвигнутая человеческим грехом. Величайшее чудо Рождества в том, что, совершившись однажды в истории, оно возобновляется в каждом человеке, приходящем ко Христу, и преображает его жизнь. Мы таинственно встречаем Христа в молитве, когда вдруг обнаруживаем, что молитва наша принята и услышана, что Бог пришел и вселился в нас и наполнил нас своим живоносным присутствием. Мы встречаем Христа в Евхаристии, когда, причастившись тело и крови Христовой, вдруг чувствуем, что наше собственное тело пронизано Его божественной энергией и в жилах наших течет кровь Бога. Мы встречаем Христа в других таинствах Церкви, когда через соприкосновение с Ним обновляемся и оживотворяемся для жизни вечной. Мы встречаем Христа в наших ближних, когда человек вдруг раскрывается для нас, и мы прозреваем его сокровенную глубину, где сияет образ Божий. Мы встречаем Христа в нашей повседневной жизни, когда среди шума ее вдруг слышим Его призывный голос или когда видим Его явное и внезапное вмешательство в ход истории. Праздник Крещения Господня являет Иисуса Христа как Бога-человека, обладающего двумя природами. Как человек Он приходит креститься, а как Бог делает крещение спасительным для всего рода человеческого. Крещение Иисуса Христа от Иоанна в Иордане было первым в истории человечества событием, когда миру были явлены все три лица Святой Троицы. Господь Иисус Христос Своею плотью погрузился в воду, Дух Святой в виде голубя сошел на Него, и был слышен голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Поэтому праздник Крещения Господня и называется Богоявлением. Приняв крещение Иоанна, люди выходили из воды обновленными покаянием. Иисус Христос пришел к Иордану не для очищения от скверны, Он был безгрешным, но для того, чтобы осветить иорданские воды, преобразить их и снова наполнить жизнью, Своим Божеством. В память о крещении Спасителя, в навечерие Богоявления и повторно в самый день праздника совершается великое освящение воды. Как и в каждом таинстве, в нем происходит преображение материи. Простая вода становится святой. Она обладает чудодейственной силой. Верующие окропляют ею дома, употребляют ее с благоговением и хранят в течение года. С праздником Богоявления связаны и различные местные обычаи, и даже чудеса. Когда в канун Богоявления
Иерусалимский патриарх совершает чин великого освящения воды на самом Иордане, то каждый год у всех на глазах священная река на несколько минут изменяет свое течение и поворачивает вспять. Праздник Сретения Господня пришел из Иерусалима. Он установлен в воспоминании того события, которое описано в Евангелии от Луки, когда на 40-й день от Рождества Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм для того, чтобы посвятить его Богу. В Иерусалиме появился и другой великий праздник – воздвижение креста Господня. 13 сентября 335 года был торжественно освящен храм Воскресения Христова, построенный Константином и Еленой. Это произошло в тот самый день, когда царь Соломон осветил первый Иерусалимский храм, и праздник поэтому, подчеркивая преемство, назвали обновлением. На следующий день святитель Макарий воздвиг для всенародного поклонения крест, обретенный святой Еленой на Голгофе, и таким образом навеки увенчал им обновленный Дом Божий. В Константинополе в конце IV века из состава праздника Пятидесятницы выделяется Вознесение Господне, которое отмечается через 40 дней после Пасхи. Сын Божий возвращается к своему Отцу, с которым он никогда не разлучался, с победой. Если до воплощения он пребывал с Отцом на небе как Бог, то ныне он возносит к престолу Божию вместе со своей божественной природой и соединившееся с ней человеческое естество. Возвращаясь домой, Христос больше не разлучается и с людьми. Он остается со своими учениками и со всеми любящими его, составляющими его тело, церковь, о чем поется в гимне праздника. «Я с вами, и никто против вас». В богослужебных текстах о Вознесении говорится как о прообразе второго пришествия Христа, когда Он придет во славе судить живых и мертвых. Одним из древнейших христианских праздников является Благовещение Пресвятой Богородицы. Он совершается 25 марта по юлианскому календарю, за 9 месяцев до Рождества. Как в большинстве христианских праздников, радость в нем неотделима от печали. Авторы 2-3 веков называют эту дату, 25 марта, и днем сотворения Адама, и днем распятия Спасителя. И Матерь Божия знала из Писания, какая судьба ожидает ее сына, когда отвечала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Еще сильнее ей защемило сердце, когда волхвы поднесли младенцу Христу смирну, символ погребения, и когда на Сретение старец Симеон предрек ей: «И тебе самой оружие пройдет душу». На долю каждого человека выпадают страдания, но и жизнь Христа состояла из мук и скорбей. И если христианин страдает и распинается вместе со своим Господом, жизнь становится для него путем к славе и обожению. Это греческий термин, который указывает на цель христианской жизни, такое полное соединение человека с Богом, при котором все его человеческое естество становится пронизанным божественным присутствием. Это полное и всецелое преображение человека, который изначально был призван к тому, чтобы уподобиться Богу. Об этом в песнопении праздника Благовещения говорится так: «Предвечное таинство, и Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы, восприняв худшее, даровать мне лучшее. Обманулся некогда Адам, и, захотев стать Богом, не стал им. Бог стал человеком, чтобы сделать Адама Богом». Главная цель церковных праздников – научить человека уподобляться Христу. В течение церковного года вся земная жизнь Спасителя проходит перед духовным взором верующего. Участвуя в церковных праздниках, христианин заново переживает великие события евангельской истории – от Благовещения и Рождества Христова
до крестной смерти Спасителя и его воскресения. Не позднее VI века появился еще один великий праздник – Преображение. Господь, взяв трех своих ближайших учеников, взошел с ними на высокую гору. И когда он молился, просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И голос Отца прозвучал вновь. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Преобразившись перед апостолами, Спаситель приоткрыл им свое божественное естество, а вместе с тем и будущую славу, которая ожидает праведников в Царстве Небесном. Он преобразился, чтобы ученики, увидев его во всем блеске его божественного величия, не усомнились и не поколебались, когда увидят его распятым на кресте в состоянии предельного уничижения. В древнем Израиле все мужское население обязано было собираться в храм 3 раза в год – на Пасху, Пятидесятницу и на праздник Кущей, также посвященный воспоминанию об Исходе, но одновременно бывший и праздником урожая. И никто не должен был являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром своей земли, каким благословил его Бог. Из теплых краев паломники несли в Иерусалим хлеб и виноград. По времени праздник Преображения совпадает с праздником Кущей, поэтому он и впитал ветхозаветные традиции. Только вместо хлеба и винограда на Руси в храм несли яблоки и другие плоды. Обычай освящать плоды на Преображение сохраняется и до ныне. Плоды и растения являются атрибутами многих церковных праздников. В память о том, что люди встречали Иисуса при въезде в Иерусалим с пальмовыми ветвями в руках, пальмовые ветви употребляются на православном Востоке за богослужением в праздник входа Господня в Иерусалим. На Руси, за неимением пальм, употребляли для этой цели ветки вербы. Она как раз расцветает в день этого праздника, выпадающий на весеннее время года, за неделю до Пасхи. Но главное, она встречает того, кто идет ценой своей жизни, добровольно вызволит человека из плена смерти. Того, кого так ждал и не узнал город, камнями побивающий пророков и посланных к нему. Обогащение церковного календаря не остановилось на первом тысячелетии. Не прекращается оно и сегодня. Растет число святых, совершаются новые события в священной истории. Уже нет такого дня, который не был бы отмечен каким-либо праздником или днем памяти святого. И все это очень соответствует духу христианства. «Всегда радуйтесь», — говорит апостол Павел, — «за все благодарите, непрестанно молитесь». Церковь благодарит Бога и за его благодеяние к роду человеческому, и за подвиги христиан, которые собственной жизнью и смертью доказали, что обожение – не недостижимый идеал, но реальность жизни. Провозвестником христианского образа жизни был ветхозаветный юбилей – год оставления. По закону Моисея каждый 7-й год считался годом покоя, когда не разрешалось засевать поля и собирать виноград. Каждый 50-й год объявлялся юбилейным, годом праздника, когда люди возвращались в свои владения, должникам прощали долги, а рабов отпускали на свободу. Назначение юбилея состояло не только в том, чтобы дать людям отдых, но чтобы, насколько возможно, исправить неравенство и несправедливость. Юбилей был годом подведения итогов, когда люди давали отчет Богу и друг другу в том, как они строят свою жизнь, и перестраивали ее в большем соответствии с заповедями Божьими. Для христиан же после воскресения Христова наступила эра юбилея, нескончаемый 50-й год, начинающийся на земле и перетекающий в вечность. Так же, как храм Божий – это прообраз Царства Небесного, церковный праздник – это предвкушение бесконечного ликования верных в будущем веке.
Переход к жизни вечной и к Царству Божию начинается для христиан уже здесь, на земле, через участие в жизни Церкви, в ее таинствах и праздниках.